Каждый, кто хочет приобрести собаку, мечтает, чтобы она была послушной и легко поддавалась тренировкам. Но не стоит забывать, что лучшие друзья человека как дети, с ними постоянно необходимо заниматься. Сейчас в Алтайском крае нет бесплатных курсов для собаководов. Но после того, как Федерация кинологического спорта выиграла президентский грант, любой желающий может прийти на занятия по теории. Курсы будут организованы для людей, для тех, у кого пока что нет собак. То есть те, кто еще не знает, какую породу выбрать, не знает, как их воспитывать, как их дрессировать, как правильно с ними обращаться, какая порода подойдет им для дома, лучше для квартиры. Когда осознанный выбор уже сделан, можно приступать к практическим занятиям. В первую очередь кинологи научат, как сделать, чтобы пес не тянул поводок, не лаял на всех встречных, подходил по команде и шел рядом. Также участники программы пройдут курсы по послушанию, коррекции поведения и носворк. Это задача для собак – найти определенный запах. Но будущим собаководам следует знать, что одних занятий может быть недостаточно. Добиться совместного результата можно только при большом желании и терпении. Если есть желание дрессировать собаку, это очень интересно и это несложно. Несложно ни для собаки, ни для человека. Нужно уделять этому какое-то время каждый день. Курсы начнутся уже с августа. В группе будет по 5-8 собаководов. Теорию и практику планируют провести сразу для всех. Но будут и индивидуальные занятия. Записаться на курс можно через группу в соцсетях Федерации кинологического спорта Алтайского края. Занятия будут проходить в специальном для собаководов зале на Балтийской 105. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.